У каждой фотографии на выставке есть своя история. Их рассказывает сам автор, погружая гостей в атмосферу маленького уголка Туркменистана, где сохранились обычаи и традиции. На этом снимке женщина закрывает свое лицо платком при виде незнакомца. Интересно и то, что деревни существуют наряду с современными городами Туркменистана. Я хотел показать еще и отличие в их мироощущении, в том, что они себя чувствуют счастливыми, несмотря на то, что они не всегда ориентируются на наши ценности потребления, скажем так. Вот, то есть для них может быть важнее именно радость в семьях, счастье, чем потребительское отношение, то есть купить и потратить деньги. Автор фотографии родился и вырос в Туркменистане, но сейчас, можно сказать, живет в путешествиях, одно из которых как раз и отражено на снимках. Его персональные выставки проходили в Москве и Лондоне. Некоторые фотографии из этой серии хорошо продаются за рубежом. То, что нас привлекает, вот эта вот экзотика, да, на самом деле, она тоже уходящая. Поэтому название «На стыке времен», поскольку, ну, как бы век прошлый и век нынешний, мы это можем наблюдать. Выставка фотографий Олега Котлярова открыта в Русском музее фотографии до 12 ноября 2017 года. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижний.